19 августа 2023 года. Это видео будет называться «Птичник 6», потому что давно уже, почти 2,5 месяца, не снимал я свой птичник. Работать работаю, а снимать не снимаю. Вот вам показываю теперь. Снаружи он такой же, как и был. Такой же, как и был. Ничего не изменилось. А внутри, да, внутри есть изменения. Покажу, давайте еще раз. Вот такой у меня тамбур есть. А сам птичник у меня 3 на 6. Тамбур у меня 3 на 2. А вот такой вот у меня тамбур. Здесь у меня сидели несушки. На сетке, вернее, на сетке куры. Сейчас вот я убрал это, потому что они у меня снесли, сколько там смогли. Высидели, сколько цыплят не смогли. И я его убрал. Высидели они у меня, вылупили 5 цыплят всего лишь. То есть это вот, я считаю, что неудачный вылуп. 5 цыплят из 36 яиц. Это очень мало. Единственное, что хочу сказать, что это были молодые на сетке. А вот так вот выглядит у меня внутри мой птичник. Расположение 3 на 4, то есть 12 квадратов по полу. Но здесь вот у меня, сейчас повторюсь, брудер для цыплят. У меня кроме 5 от наседок, у меня еще получилось еще 10 штук я выстрелил в инкубаторе, вылупил. Тоже из 36. То есть очень мало тоже считаю. То есть получается из 70 яиц у меня получается где-то 15 цыплят. Вот этот вот брудер, как я уже говорил, внизу клетка для молодняка. И еще внизу тоже клетка для молодняка. Кусочками, вон, видите, обделанная, чтобы они могли зайти и выйти, чтобы не социализировались. Это вот у меня переделал я свои бункерные кормушки таким вот образом. Сделал я такие вот крышечки под углом, чтобы они не садились и не засирали их. Вот у меня здесь вот у меня дробленка уже. Дробленка. А это вот у меня моя дробилка. Потом покажу, как она работает. Здесь вот у меня, вот видите, какая клетка. Планировалась клетка для молодняка, для выращивания молодняка она. И будет еще одна внизу клетка. Вот здесь вот она у меня с поддоном для сбора этих помета, чтобы он не сыпался на головы тех, которые будут внизу. Но сейчас она у меня используется как, ну, наверное, как изолятор для куриц. То есть у меня много старых куриц, я их сажу и проверяю их яйценоскость. Да, если они не оправдывают себя, то я их приглашаю на ужин. Это вот 6 гнезд для яиц. Но в то же время они у меня несутся и здесь вот еще, в уголке. Еще не сели. Вот так вот примерно. Ну вот как-то так. А еще покажу. Еще покажу. Пошли сюда. Курицы, которые не прошли проверку, я приглашаю на ужин. А вот то, что остается от них, то я все это толку вместе с отрубями. Ну и отдаю обратно курицам. Вот как-то так.